Всем привет, мои дорогие мальчики и девочки. Сейчас приехала почтальонша и кое-что мне привезла. Так что хочу с вами поделиться. Девчонки, заказала вот такой магический, я думаю, что это тональный крем. Не знаю, как обозвать. Может, кто-то видел, была такая реклама. Короче, что там внутри? Я уже на самом деле открыла, посмотрела, ну, а теперь хочу с вами поделиться. Значит, вот в таком мешочке вот такая губка. Ну, они ее называют mushroom, то есть гриб. В общем, как это выглядит? Смотрите, такая пумпочка. Очень мягкая, кстати, приятная. Дальше идет вот такая коробочка. Поворачивается. На самом деле не могла открыть. А сейчас уже знаю. Оп. Дальше снимаем вот эту штучку беленькую. И внутри тональный крем. Смотрите, девочки. Вот если нажать, я не знаю, это сетка или что это такое, вот видите? То есть туда палец засунуть нельзя. Видите, она набирает аккуратненько. И наносите на лицо вот такими движениями. На самом деле, ребят, я уже нанесла. Вот как раз под глаза очень эффективно. Чувствуется, что кожа увлажнена. В общем, девочки мои красавицы, ссылочку оставлю. В принципе, недорого стоит, так что если кому интересно, заходите, покупайте. А сейчас минуточку внимания. Я хочу сказать огромное спасибо Галочке. Вы моя золотая, вы моя хорошая. Счастья вам, здоровья, любви и удачи во всем. И, конечно же, спасибо за чашечку кофе. Огромный вам привет в Сакраменто. Так, ну что, оставила своих дома. На самом деле, Жончик говорит, хочу поехать за пиццей. Ну, с Дэвидом вместе. Я говорю, езжайте. Ничего есть не хотят. Смотрите, какие смешные. За пиццей. На сегодняшний день перевести деньги очень проблематично. И девочки меня спрашивают, Ира, что делать, как переводить деньги, вообще какие есть варианты. Ребят, да, Western Union не работает, PayPal в нашу страну не работает. Ну, в общем, все не работает, карточки. Ужас кошмарный. Но есть выход. И этим уже давным-давно все пользуются. Это биткоин. Вы покупаете в вашей стране, где вы находитесь, и таким образом переводите в Россию. Я рекомендую, девочки, самим разобраться, как все там, завести кошелек, все такое прочее, потому что ваши, ну, пожилые родители могут не разобраться. Сядьте через скайп, все это им объясните, как это перевести, как это получить, то есть... Я думаю, что вы, мои красавицы, все сделаете правильно. Конечно, ребята, обидно, что вся эта ситуация касается простых людей. Кто-то хочет $100 перевести, кто-то 50, а кто-то вообще только $20 может. Поэтому ситуация, конечно, не очень. Но будем надеяться, что скоро все будет хорошо. Ну а сейчас, мои дорогие мальчики и девочки, мы в космос. Понравился мне вот этот гель для душа. Он со скидкой. Сейчас 11.39 стоит. Вы знаете, возьму. Не вытерпела я. Все-таки считаю, надо брать. Цена $14. Смотрите, какие тюльпанчики. Есть вот такие махровые. Разные. Да, выглядит, конечно, отлично. Но мне вот еще, если честно, ирисы очень нравятся. Вот такие. Смотрите, белые. Белые, вот такие фиолетовые. Где-то я еще видела такого красивого цвета. Так, давайте с обратной стороны посмотрим. Так, вот, по-моему, откопала. Смотрите, какие красивые, нежные, да? Розовые. Вот, наверное, вот эти возьму ирисы. И я не знаю, девочки, вот такие тюльпанчики мне очень нравятся. Мне кажется, они очень мелкие. Хотя, кто знает... Так, а что с этими? Тоже красивые. Ой, девочки, глаза разбежались. Не знаю, что делать. А вот это, наверное, крупные тюльпаны. Мне они тоже нравятся. Так. Просто понимаете, набирать слишком много тоже не вариант. Здесь всего 4. Но эту я беру однозначно. Теперь надо с тюльпанами определиться. У меня, помните, у меня там белые и розовые. Конечно, с фиолетовыми было бы классно.
А вот есть вообще разные, смотрите, и желтые. Вот какие-то они маленькие. Ой, девочки, запуталась совсем, не знаю, что делать. Так. Сейчас посмотрю. Видите, здесь показано, какие они большие получаются. Да. И курицы набрала. А пакетов нет. Представляете, пришлось в рыбном отделе пакеты брать. В общем, такая ерунда. Так, и вот куриные грудки буду делать наггетсы. Чуть не пойму, какой-то он тоже течет, что ли. Слушайте, сейчас поменяю. Ой, девочки, мальчики, как я люблю вот эти колбаски. Такая-то вкуснятина, вы себе не представляете. Ну, что-то на наши охотничьи похоже. Но брать не буду, девочки. Очень много калорий. Так, можно еще лазанью прикупить готовую. Но Джончик не любит готовые. Он сам готовит. Так, что тут еще вкусненького? Сыр. Видите? Кстати, сыр вкусный. Смотрите, идет с укропчиком, с чесночком. Да, вот этот классный. А сколько стоит? 10,69. Свежая моцарелка вам, пожалуйста. Смотрите, вот в такой упаковке. Видите, шарики плавают. Ну, я не знаю, у нас никто не ест моцареллу. Поэтому брать не будем. А стоит 12,99. Так, а что это такое? Смотрите-ка, за $8 фаршированная курица. Органик. Слушайте, очень интересно. Ну вот, девчонки, знаете, в чем проблема? Когда я беру вот такие полуфабрикаты, даже пусть это органик, почему-то очень много соли, а мне это не нравится. Выглядит аппетитно, но брать не буду. Ну, а мы дальше за салатом. Дома. Моих мальчиков нет, не знаю, куда-то свинтили, даже смс-очку не написали. Ну и ладно, мне легче, потому что вечно они меня перебивают. Значит, ребят, начнем. Сразу показываю вот эту штуку. Как она называется правильно, напишите. Ледянка, по-моему, да? Смотрите, какая классная. Поближе вам покажу. Такой материал у нее удивительный, знаете, мягкий. То есть вот когда катаешься на ней, задницу не отобьешь. На самом деле думала взять две. А потом постояла. Одна сойдет. Смотрите, какая большая.